Сейчас вот трансформу сделаю и обязательно подскажу, что... О боже мой. Интересно, можно стать роялем вот этим? Роялем? Роялем. Кто там ползет? Никого. Никого. Всем привет, ребята! И сегодня мы с Ланой обнаружили, что в Китти новый режим. Режим пряток. Привет, Лана! Привет, Ёши! Очень интересно, на самом деле, зная эту игру, мне кажется, что там должно быть что-то крутое. Ну, сейчас давай увидим, собственно говоря. Ну, давай начнем просто вдвоем, а там уже попробуем на общем сервере. Да, давай. Так, я хочу посмотреть на свой классный скин. О, пати мод. Это, видимо, это оно, да. Там была только мышиная... Котиная башня ада. Вот. Очень интересно. Подожди, а интересно, как это будет работать вообще? То есть, если ты меня увидишь, ты меня нашла? Или тебе опять надо меня пристукнуть, или как? Ну, я думаю, что мы сейчас проверим. Скорее всего, да, поймать и пристукнуть, но может можно прятаться. О, так я и буду тебя ловить. Здорово. Может, вот видишь, здесь написано, что про коробки нарисовано, что можно там прятаться, может залезать в предметы или типа того. Мне уже нравится. Мне уже нравится. Кстати, я и так, в принципе, ну как, вписываюсь в остальной вид со своей, ну, своим скином новым, если ты помнишь. А, ты коробочка, я Ёши! Коробочка, да. Так, ну я уже появилась, и я иду тебя искать. Что? Что? Да я пройду! Я пройду! Ёши, это ты? Ну да. Ты кресла? Да, я еле, слушай, подожди, я еле прополз в эту дверь, смотри. Чего? Просто ж... А, пустите меня! Меня не пускают, ладно. Ты. Подожди, Ёша, а как это вообще? Смотри. Что? Кстати, тут еще одна штучка есть интересная, но я сейчас не успею ее нажать уже. О, привет! Это я, привет. Слушай, ты так много в угол куда-то встать, и тебя, ну подожди, ты правда превратился ну, в кресло? Нет, ну смотри, вот в принципе так это как-то все равно видно, то, что это ножки видно, ну короче, не то. Ну, коробок рядом, вот туда вот куда-то полезть, и вот там вот встать, например, вот смотри. Это кот показывает мыши, где нужно от него прятаться, вот сюда в угол, смотри. Я тебя потерял. Ты че? А ты где? Это мы в обратные прятки играем. Да, обратные прятки. Вот сюда, иди в уголок, смотри. Я здесь стоял. Ну, видишь, оно все равно как-то... Ну... О, нет, вот если ты развернешься, видишь, я тебя не нашла. Ну, двигается, коробки двигаются. Ты чего? Посмотри. То есть все коробки стоят, и одна двигается. Так, все, давай играть в прятки. Вот сюда, становись сюда. Вот сюда. Ага, и давай. Считать. Да, до 10, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Все, я иду искать. Ты опять там кресло? Не совсем? Значит, мне надо искать не кресло. Ну, надо искать не кресло, да. А где тебя искать? Может, ты в клетку забрался? В клетку нет, я не в клетке. А ты сказал, что там еще какая-то штука есть интересная? Штука интересная есть, и сейчас я покажу ее ребятам. Сейчас. Ну, буквально вот почти, уже почти готова. А ты где, собственно говоря? Я в ванной. В ванной? Ага, отлично. Тогда я пока подготовлю эту штуку. Ну, в принципе, я подготовил, вроде бы. Ага. Ой, тут какой-то кусок мыла лежит посередине комнаты. Что? Почему? Что? Почему так не вовремя? Так не вовремя! Вот этой баночкой? Баночкой, смотри, ладно, я покажу тебе разочек. Не покажу. Через 17 секунд я тебе покажу эту штуку. Короче, можно трансформироваться в какой-то рандомный предмет. Вот в данном случае я трансформировался, не знаю, что это, вот эту баночку с красной жидкостью. Обалдеть. Что это? Вот, да, и можно создать себе подобного для того, чтобы было не так палевно, видимо. Ну, тут, типа, знаешь, стоит, допустим, какая-нибудь вот эта люстра. Ну, сейчас посмотрим, что будет стоять. Во! Я дерево! Вот, и гляди... вот, смотри, вот видишь, круто? Да. Вот тебе дерево, вот оно, вот. И можно, допустим, встать вот в этот уголочек, вот, смотри. Да, и, можно... Извините, а где Ёши? А Ёши нет, Ёши ушел из дома. Вот эта елка. Нет, не берется. Может, вот эта елка? Вот та елка. Что? Что? А что произошло? Она меня победила. На какое-то время я прибила. Погоди. Клона. А еще разочек, давай. Смотри, я подхожу, бью ее.
А как это работает? Это как ловушка для кота. Обалдеть. Это круто, это выглядит круто, реально, слушай. Это что такое? Это я как-то могу расстрелить. А зачем? А зачем это? Ну, чтобы тебя поймать. Ну, это лишнее, ладно, это лишнее. Подожди, я могу его еще и убрать. Как ты можешь убрать? Подожди. Ёж, смотри, я кладу капкан. Вот у меня 2 из 6 выполнено. А сейчас я беру, раз его забираю, у меня опять капкан свой. Круто. Слушай, в Пиге это прям вообще must have, по-моему. Да, слушай, мне прям очень нравится. Они очень круто продумывают. Да, слушай, эта игра в техническом плане очень здорово выполнена. Мне правда она нравится. Да, а еще тут так прикольно все позабирали. Никаких замков нет, можно везде проходить. А, да. Так, ну давай посмотрим, что у меня теперь будет за трансформа. Так, бам. О! Да я посижу на тебе, я устала. А можно? Так. О, а можно? Ну почти. О, смотри, ты залезла на меня, ты залезла на меня, Лана! Как это? Чё прыгаешь? Ну, просто на стуле. Вот на тебе стул другой. А можно еще? Давай мы тут тусовку стульев устроим. Сколько ты можешь сделать таких? Ну, много вообще. Сейчас, секундочку, еще вот сейчас один сделаю. Вот тебе еще. Тут исчез! А, нет, так нечестно. Ударь этот, чтобы он тоже исчез. Да, но он меня тогда ударит. А, уже не надо, ладно, уже не надо. Уже я вот на, вот тебе еще один. На, вот тебе еще один стульчик. Ну, я не знаю, как можно перепутать движущийся стул с недвижущимся. Что? Да я просто снова превратился в свою коробочку. Слушай, ну здорово, интересно, какие здесь еще бывают предметы. Ну, кресло, это мне вообще очень понравилось. Ну, кресло, это вообще было супер здорово, слушай. Интересно, можно стать роялем? Роялем? Роялем. Рояль. Интересно. Не надо, да. Хорошо, хорошо. Так, ну давай, попробуем стать роялем. 5 секунд осталось. 3, 2, 1. Рояль, пожалуйста, приди. Нет. Что это? Это какой-то светильник! Маленький светильник. Так, поставим один светильник вот тут. И сами станем вот здесь. А, слушай, ну правда, когда кота нет, ты ставишь вот так рядом 2 предмета. Он думает, да. Но здесь же этого быть не должно. Не было на диване ламп. И он думает, так, ну кто из вас, а ты не должен двигаться, ты двигаешься? Я не двигаюсь, нет, я стою на месте. Вот, и он думает, кто же здесь Ёши, кто же здесь Ёши? Или вообще не думает, потому что он такой, ой, какие красивые 2 лампы, хо-хо-хо. И все, и пошел дальше. Ну, знаешь, я теперь на месте кота не буду бить, какую попала лампу, я буду стоять, ждать, когда вот так произойдет, и тогда тебя поймаю. О, кстати, смотри, я могу расплодить, так сказать, свои прошлые формы, смотри, получается, моя лампа осталась вот на месте. Ну, возможно, когда ты следующую копию сделаешь, лампа исчезнет. Давай попробуем. Давай проверим а этот момент. А у тебя времени нам хватит? 13 секунд. Осталось. 13 секунд. Нормально. Хорошо. Да. Я смотрю, слежу за этой лампой. Следи. Так, 1 секунда. Все, можно. Пропала лампа? Нет. О, я какой-то бутылек. Мне так нравится, как она бегает. Так, следим за лампой. Следим за лампой. Ага. Исчезла. О, подожди, стой, не двигайся. Ну, Лана, ладно. Как тебе? Очень Лана. Красиво, по-моему. Очень мне красиво. Нравится, да. А если я буду бить? Чё буянишь? Я на тебя не нажимала, я просто нажала. Так, ну что, давай попробуем тогда нажать пати мод и попадем на общий сервер, по идее. Ну, должны. Да, мы на общем сервере. Отлично, давай посмотрим, во что играют ребята. Так, давай. Что? Обычная игра, и на мне стоит кот. А ты выжила или? Ага, да, приветик, я вижу. Он просто стоял на мне, а потом вот как бы и все. Очень некрасиво с его стороны вообще-то. Да, я тоже так считаю. А что, мы подождем, получается, 4 минуты, и потом выберем вот этот режим? Не знаю, может, он сейчас последнего пристукнет, и все, игра закончится. А он найдет последнего? По-моему, он просто стоит и дубасит всех тех, кто подключается. Возможно. Ёши, я вот только что-то не понимаю. Нас на сервере 5, и уже... Подожди, кто-то сдался или что? Просто нас было 5, и все 5 были в клетке. Ну да. Так получается, все-таки где-то... Подожди, это все? Не, а куда он исчез? Я не знаю. Как это вообще происходит? Подожди, я не знаю, Ёши, это какая-то магия. Он только что был 5, только что был здесь. Да, но нас 5 поймано, и это все. О, привет. Привет, кот. Приветик. Это что, он нам сыр принес? Ну, да. Ой, спасибо, кот. Спасибо большое. Ёши, я предпочитаю сдаться. Я проиграла, но я сижу и жду вас в меню. А у меня, к сожалению, нет кнопки сдаться, поэтому я буду ждать здесь.
Так, ладно, ну что, конец, как бы вот он, так что давай попробуем выбрать прятки. Я надеюсь, ребята тоже выберут прятки. Ой, я тоже надеюсь. Что? В смысле? Здесь нет этой возможности? А что мы ждали тогда? Не знаю. Это нечестно. Ой, а я нажал на какие-то части, типа chapters. Главы? И ничего не произошло. Ой, Ёши, подожди, вернись на тот сервер, вернись ко мне, мы тут в прятки играем. Попробую сейчас, я надеюсь, Патимот, помоги. О, да, ты здесь, Ёши. Здесь? Отлично, так, все, плей, поехали. О, так, все, отлично. Так, нет, кот, да так, ну кот, ну в смысле кот, ты че? Так, сейчас, я найду, я спасу тебя. А тут разве можно спасать? Ну, по идее, да, предметы есть, слоты для предметов должно быть, можно и спасти, наверное. Ну, слот есть, но, к сожалению, по-моему, в этом режиме спасти нельзя. Да ладно, Ёши, как так-то? Давай я тогда рядом с тобой трансформируюсь, посмотришь на меня. Давай. А ты в клетке можешь трансформироваться? Нет, только что нажал. А я лампа, привет. Ты лампа? Привет. Блин, так обидно. Очень обидно. Ну, слушай, а если я перезайду, я могу вообще... Может быть, проверь! Нет, я ухожу! Какой-то хитрый кот, он просто бьет всех. Нет, Лана, я не могу начать игру с вами. То есть ты, получается, сдался? Ну, выходит, что так. Ой, какая мышка интересная. Какая интересная мышка. Она похожа на зайца из «Ну, погоди немного». Да? Помнишь, который тут заяц? Ого, волк. Вот это страшно. Да. Вот это страшно. Ёж, она превратилась в такого или она такой была? Не, она просто такая есть. Ого. Так, Ёж, а я тут рядом с коробочкой. Так, сейчас найдем тебя. А, Карен? Коробочка, да, Карен. Да, коробочка, а я вот за ней. Я сейчас попробую трансформироваться во что-нибудь, и я... Давай. Стоп. Что? Как? А где ты? Я стул. А, все, нашел. Ну, ты можешь поставить стул где-нибудь еще один и сама встать. Мы что, выход открыли? Ёж, подожди, я хочу выйти. Это ага. Подожди, или можно, правда? Меня не выпускают, нет. А еще я не могу обратно забраться, я и больше прыжки. А прыжочек. Нет, не работают больше. Может, когда меня обратно в мышь превратят? Так, ну, возможно, а сколько у тебя времени осталось? А ты, подожди, ты можешь нажать на трансформ снова вроде бы, нет? Не могу клонировать только себя. Ой, два стула. А, что? А, он меня поймал, Ёши, Как? Стул, я в шее стуле оказалась, все теперь хорошо. Фух, это было опасно. Так, тут какая-то бутылочка. Знаешь, они тут стоят, как будто это мыши спрятались. Я видел, да. Да-да-да, я видел еще по центру бутылку красненькую, по центру комнаты. Ты проходила мимо нее, получается. Да, смотри, здесь еще вот это очень удобно положено, доска. Интересно, а можно на вентилятор тут спрыгнуть? Нельзя. Обидно. Да, а очень хотелось. Ну да. Так, что сделать? Ой, я могу... Нет, Лана! Ёши, он же был за спиной! Нет. Кто там еще остался? Вот этот вот жуткий... Она уже не жуткий этот заяц из «Ну, погоди», она теперь вот это... Что ж ты двигаешься? Зачем ты двигаешься? Что ты делаешь? О, интересно. А, нет, это не помогло. Так, давай попробуем вместе с ребятами теперь выбрать эту карту. Ну да, либо другую карту, главное... О, как это? А как? Круто! Ну, видимо, сервера как-то делятся на пати и не пати. Прикольно, слушай. Да, это очень здорово. Прятки! О, конечно, прятки, да! Отлично! Так, а какую карту мы будем выбирать, кстати? Ой, а давай последнюю, вдруг там последнюю? Можно давай. С другими предметами, с теми предметами, которые есть на карте. Так, лишь бы не мы! Ну, да ладно. Что ж такое? Ничего. Обстерегайся синего кота, Ёши, я пойду ловить остальных. Хорошо. Так, а ты уже проснулась или нет? Не, у меня 11 секунд еще. Ага, значит, я могу придумать, пока куда спрятаться. Ладно, сначала вот так сделаю. Ага, хорошо, в принципе, я все понял. Ну, не все, но, ну, короче, я попытаюсь что-нибудь сделать. Так, я тут вижу вешалку с одеждой. Что это там поехало? Обувная стойка! Ёж, это ж не три. Не-не-не. Не я, но я вижу это прекрасное зрелище. Иди сюда. Я тебя поймаю. О, есть, кого-то поймала. Так, там еще кто-то ползет. Стол, огромный стол. Ёж, это не... Нет, это не я. Я пойду стол сейчас пристукну. Он не должен здесь стоять. Иди сюда. Есть. Ха-ха. Так, вон они двое за решеткой. Смотри.
Что такое? Просто дело в том, что ты смотрела на меня. И да? Просто, да, ты смотрела на меня, и когда ты развернулась, я назад трансформировался. Это вообще, серьезно? Это такое везение, просто обалдеть. Вообще. Так, подожди, но у нас же здесь больше было на сервере, я остальных найти не могу, двоих я поймала, а больше все. Да, больше вот я. Так, я тут в домик пойду зайду, посмотрю. Пустите. Тут вроде никого. А в какой ты домик пойдешь посмотришь? А там, где свиньи были. Ой, ёж, тут эта мышь, которая робот, она танцует. Клетки. Она танцует как робот, Лана, или нет? Не знаю, но любой танец робота выглядит как танец робота, потому что это робот танцует. Ну да, наверное. Да, так что вот я тут, в общем, да, потерял. Никого не могу найти. Так, у меня трансформа закончилась, и у меня было такое классное место, я надеялся, что ты найдешь меня, и такая, ой-ой-ой-ой-ой, как красиво тут все расставлено, но нет. Я вижу, тут лампа стоит, это точно, не, она не должна здесь стоять. Уверена? Что, это обычная лампа? А, нет, ладно, это не я, лампа, это не я. Ладно. Ну, может, подсказку какую-нибудь дашь? Ну, сейчас вот трансформу сделаю и обязательно подскажу, что... О, боже мой, зачем я сделал это здесь, господи! А что такое? А, да так, ничего, сейчас. Подожди секундочку, а где ты находишься? Я во дворе. Я бью предметы, знаешь, очень страшно, когда ты никому не доверяешь и просто бьешь всякие деревья. Полена какие-нибудь, вот, и я тут... Кто там ползет? Никого, ёж, никого. Никого, Лана! Это никто! Я застрял, подожди, я застрял! Лана, постой, я застрял! Лана, я застрял! Это так смешно, когда от вас улепетывает вот это вот, как это называется? Лежак. Лежак, да! Кошмар! Почему ты увидела меня? Я хотел стать лежаком. Ну ты и стал лежаком. Я хотел стать лежаком, чтобы ты не заметила меня. Подожди, а вот того лежака там же тоже не заметили? А, пойдем посмотрим, расследуем это дело. Так, отойди только, отошел. А то как стукну. Это угроза? Это просто лежи. Ну, это предупреждение, я же не хочу тебя поймать так быстро. Ага, так быстро не... Смотри, Ёша, тут, кстати, можно сделать клон в полете. Я вот тут вижу клон вот этой вот штуки. Что? Боже мой. Что? Я застрял. Помочь тебе выбраться? Не надо. Ой, я вижу тебя, закопался прям. Ты видишь? Ну да. О, тихо. Пожалуйста. Привет. Двинься как-нибудь. Да что же это творится? Ну ты ползешь, но очень-очень медленно. Я ползу? Ну да. Ползу? Ты ползешь. Серьезно? Очень медленно ползешь вперед. Действительно, вижу. Ну, блин, лучше бы такую штуку вот где-нибудь в хорошем месте, а то даже, ну, даже не посмотрел на нее толком. Ой. Я упал. Я просто упал. Так, все, пока, ладно, пока. Да, вот я же смотри на вот эту штуку, я же говорю тебе, клоны можно делать в прыжке. О, я вижу мышь! А что, он пошел открывать кого-то? Нет, иди сюда. А как он откроет? В этом режиме нельзя открывать. Есть, я его поймала, теперь он там сидит. А, смотри, Ёши, вот тут, вот так. А, да, я вижу, ого! Ты что делаешь? Подожди, я хочу посмотреть. Я осматриваю окрестности. Сейчас, подожди. О, что это такое? Так, а как забраться? Я хочу забраться сюда тоже. А как ты сюда забралась? Ну, я повыше прыгнула и забралась. А ты можешь стать чем-то большим и тут забраться. Так, ну-ка. Привет. Ой, там кто-то есть, кто-то шевелился. Да, ну, соберись же. А можно на меня прыгнуть? На тебя? О, могу, по-моему, могу. Подожди, сейчас. Давай. Да, подожди. Да, ну, как это? А, видимо, не можешь. А можешь превратиться в кого-то? Могу. Мышь! Подожди, я приступлю мышь. О! Лана, я глазированный сырок. Ой, Ёша, а прыгни, не сделал клон в прыжке. Так, подожди, это... Оп, вот, пожалуйста. Ух ты, как здорово, мне нравится. Пожалуйста, да, вот вам мой клон. Ой, я пойду думаю, чтобы приступну белую. Давай. Я как глазированный сырок готов тебе помогать. Ну-ка, я могу... О, я могу ее заблочить. Лана. Давай, вытолкни ее сюда. Лана, я помогу тебе, Лана. Давай, беги сюда, я буду ее блочить. А, нет, не могу, не уже не могу. А, это я! Лана, это
я стукнула тебя! Чего? Ты чего? А почему эта мышь не хочет ни во что превращаться? Она что, не знает, как это делать? А сейчас я превращусь и буду немножечко блочить ей проход, тогда ты сможешь ее убить, наверное. Ну, если ты будешь бутылочкой, то вряд ли. Ну, сейчас увидим. 10 секунд. Вот сейчас вот я здесь стану, а ты можешь обходить. Не, ну не сейчас, подожди, еще не сейчас. Сейчас, вот уже можно. Давай, Лана, беги, Лана, убивай его! Отлично, это командная работа, Лана, это командная работа. Пожалуйста, я такой. А ты не можешь запрыгнуть на своего клоуна? Я не могу запрыгнуть на своего сурка глазированного, нет. А я могу. Да слышь, я тоже так хочу! В смысле? Неси меня, давайте поездки на столах. На столах? Да. А ты на столе все еще? Ну да. Просто... А, да? Нормально? Ну, не упала? Есть... А... Ну, иди сюда. Давай. Это сложно, это Родео. Родео. Ху-ху! Давай, держись на столу, давай. Сможешь ли ты удержаться на столу, столе? На столе? Да. А почему столу, я говорю? Ну, короче, не знаю. Да. О, привет. Привет. Привет, кот. А. Не ты. В смысле, вот не другая. Я? Ну ладно, ну, понял. Я же тебя не ловлю, я же других пытаюсь... Иди сюда. Есть. О, шпуньк. Что, Ёши, настала очередь для того, чтобы быть тебе кем-то еще? 10 секунд. О, интересно, я смогу сюда запрыгнуть? Оу! Да? Да, в образе мышки я могу это сделать. Так, но сейчас я упаду, смотри. Да, я упал. Все, ладно, давай, 15 секунд. Сможешь ли ты поймать бешеный стул? Да, о, смогу. Нет, подожди, нет, стой, так нельзя. Я должна поймать бешеный стул. Давай. Стул. Давай, лови, лови. Ха-ха! А ты застрял? Что? Выиграл. Ага. И у меня, знаешь, сколько дало этих сырочков? Сколько? 52 тысячи. Что? А, 52 тысячи, вот это да. Вот это да. Слушай, мне очень нравится, что этот скин столько дает. Да. В общем, ребята, по-моему, этот режим прям, ну, заслуживает внимания. Мне он очень нравится. Да, мне тоже. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.